параллельного в обыденный. Такое поэтическое название получил сборник произведений известного в нашем городе барда Светланы Полининой. Книга напечатана при поддержке отдела культуры Черноморского горсовета. В этом году отдел культуры Черноморского городского совета очень мощно поддерживает направление литераторов нашего города. Выделено 100 тысяч гривен на издание книг. У нас работает 3 литературных объединения, и вот коллегиальный орган определяет, какая очередность печати в 2016 году. Светлана Полинина – это очень известный автор, мы знаем ее работы песенные, она выпустила 5 дисков, мы знаем ее детские стихи, но эта книга – это просто путеводитель по человеческой душе. Она будет абсолютно интересна как подросткам, так и более старшему поколению. Светлану Полинину знают в Черноморске как автора поэтических произведений и песен. С недавнего времени она решила попробовать себя в новом направлении – прозе. На страницах книги «Из параллельного в обыденный» напечатано несколько десятков ее прозаических произведений. Это моя первая книга прозы, но здесь также входят сюда и поэзия, и песни. Здесь рассказы, которые были написаны в разное время, в течение 5 лет, и очерки об очень интересных людях. Презентацию книги посетили близкие друзья и коллеги Светланы Полининой, которые уже много лет наблюдают за развитием ее многогранного творчества. Меня как музыканта очень согревает то, что она с детства училась по классу скрипки, что ее, так сказать, контакты с музыкой начинались знакомством с инструментом, который мы называем не иначе, как царицей музыки, волшебницей. И, конечно, вот такое приобщение к скрипичному искусству заложило какой-то очень красивый, интеллигентный, светлый, добрый фундамент вот в здание творческих порывов, творческих интересов этой прекрасной женщины. Потом я узнала Светлану как автора прекрасных стихов, как автора произведений, которые адресованы детской аудитории. Я услышала ее песни, и это уже вот такая грань, как бардовское искусство, бардовское творчество. Это, конечно, тоже то, что завоевывает слушателей, как говорится, с первой музыкальной фразы. Участники встречи поздравили Светлану Полинину с успешным дебютом в жанре прозы. Я как человек пишущий, конечно, понимаю, что это праздник. И мне хочется Светлану поздравить с этим праздником, потому что выход книги – это почти что рождение ребенка. И я думаю, что с этой книгой Светлана, конечно, вышла на новый уровень. Скоро на полках городской библиотеки появятся экземпляры нового сборника «Из параллельного в обыденный». Так что любители современной литературы смогут познакомиться с творчеством Светланы Полининой.